Сегодня у нас необычный эксперимент. Ко мне в гости приехала предприниматель Светлана. Она продает джинсы. У нее магазин джинс дорогих. И сегодня мы узнаем, чем джинсы за 3000 рублей отличаются от джинс за 10 или за 15 по износостойкости. Для этого нам понадобится автомобиль, помощники. Для чего? Ну вот такой сюрприз. Сейчас узнаете. Одна штука Infiniti и одна штука BMW. Так, отъезжаем. Сейчас увидите детали эксперимента. Едем в нашем заснеженном поселке, маленькая Италия. Здесь у нас офис и студия. Здесь у нас помощники, оператор, постановщик, режиссер, любитель Светлана. Как раз сейчас будем смотреть, как это все будет работать. Он достает уже джинсы. Так, ну Светлана, расскажи, чем мы занимаемся. Слушай, мы, наверное, сейчас попробуем джинсы порвать двумя машинами. А зачем? Зачем мы это делаем? Зачем? Для спецэффекта. Так, и что? Для спецэффекта. Что мы увидим в виде эксперимента? Ну, с одной стороны, мы узнаем, как рвутся джинсы такого производителя средней руки и как ведут себя джинсы бренда Amsterdam. Не средней руки. Да, аутентичненькие такие, классные. Да, узнаем, стоит ли платить больше. Если стоит, то сколько и во сколько раз. Давай, давай. Так, для этого нам потребуется BMW одна штука. Infiniti одна штука, водитель. О, а может Эмиль будет ехать, а я буду снимать. Эмиль, готов? О, водитель всегда готов. Какая идея? Мы берем джинсы, привязываем их, в общем, распятие, как на Древней Руси. Практически. Инквизитор Светлана. Кто у нас? Шофер номер один, водитель номер два. Оператор, сегодня вот мы... Да, сзади у нас маленькая Италия, снежная, красивая зима и замечательный эксперимент. Я стесняюсь силы. Можно не стесняться, я тоже стесняюсь, но, в принципе, всем все равно. Нормально? Готовы. Ух. Да? Да. Смотрим, как это все будет. Самое главное – завязать. Так, это что у нас? Джинсы средней руки или что с ними? Да, это Египет. Египетские джинсы. Египет. Да, неизвестного бренда. Паленые. Это не паль. Нет? Это не паль, но старый египетский бренд. А важно... А, окей, старый египетский бренд. Ну, то есть они новые или они поношенные уже? Поношенные. Поношенные. Но вот они должны сейчас свое финальное слово сказать. Ну, они также поношенные, как и... Так, Света мне сказала, что самое главное, самое слабое тонкое место, это вот как раз-таки швы. Да. Так, телефон, айфоны не теряйте. Значит, швы, они должны либо выдержать, либо не выдержать. Расстояние должно быть маленькое. А как мы замерим? Какой у нас будет эксперимент? А если на секунды? На я секунды? Буду замерять. А, сколько секунд? Да, с мне момента кажется, газуля. А мы будем тянуть половину или секунды разрывать? Я уверена, что расстояние между штанами, длина веревки должна быть равна. Для равности вот... Понял тебя. А кто знает законы физики? Это имеет значение? По большому счету, наверное, нет. В комментарии можно написать, кто будет смотреть, имеет ли значение по закону физики длина веревки? Это же не рычаг? Или рычаг как раз-таки? Хотелось бы дать. Непонятно. Может быть, кто-то... Номера запикаем? Да не, можно оставлять, а что, какая разница? Мы же не скрываемся, мы же не мошенники, мы честные люди. Это точно. Итак, это дубль один. Да, давайте с нами снимемся. Команда у нас Станислав Орехов, Светлана, как фамилия? Кишмишева. Так. И Алексей Кишмишев. Алексей. Водитель одной из машин. Водитель BMW. И Эмиль у нас будет исполнять роль водителя Infiniti. Да, будут на газ давить. Так, поехали. Кто у нас режиссер, постановщик, оператор? Кто? Оператор я. А кто будет командовать? Я. Все, супер. То есть ты делаешь что-то вроде раз, два, три. Делаем раз, два, три и едем. Честно могу сказать, что мы не знаем, что получится. Сейчас вот думаем, надо махать. В общем, Света будет махать вот платочком. Да, и мы посмотрим по итогу, сколько миллисекунд у нас займет разорвать джинсы. Эмиль, я предлагаю на части. Для чистоты эксперимента, что я предлагаю? Не газовать вообще, заднюю ставьте. Просто заднюю. И все, и она автоматом покатится. И посмотрим, что будет. Слышишь, Эмиль? А, не газуй вообще, просто заднюю ставь, она автоматом покатится. Автоматическому режиму. Да, доверимся автоматике. Если уже не получится, тогда газанем. Света, платочком давай.
Даже не потребовалось, даже не потребовалось газовать. Да? Но усилий, я не понял. Оторвалась одна нога. Одна нога. Она как тряпочка. Оно просто порвалось. Не, веревка-то что с ней будет? Значит, эксперимент показал, что не нужно даже было и грамма бензина тратить на то, чтобы разорвалось. Так, смотрим. Это шорты получились. Еще не все потеряно. Легким движением автомобиля. Как ощущение? Брюки превращаются. Брюки превращаются в элегантные шорты. Так, отлично. Ну что? Ну что, тогда вторые это, будем это было дергать. Без газа, да? Просто оно ехало накатом. Нет, я думаю, что даже не ехало. Даже не ехало. Как-то тронулось и все. Не то, что они не рвутся, так еще одна машина другую тянет. Да, если потянется, если не порвется. Но у нас да, эксперимент, мы же не знаем, что будет. Да. Так, это что, это хорошие или что с ними? Это да, да это хорошие. Покажи, чем они хорошие. Это джинсы Ян. Это базовая версия джинсов, которые отшивают в Амстердаме. Что такое базовая? Базовая – это регуляр, это то, что носим каждый день. Ага. В джинсах Амстердам, как всегда, много историй зашифровано в элементах. Так. Это бриллианты, которые ограняют в Амстердаме, в Голландии, и считаются самые лучшие грани делают именно там. Окей. А ширинка на болтах – это три креста на флаге Амстердама, которые говорят о доблести, отваге и мужестве. Это логотип Амстердам, которые зашифрованы крыши Амстердама. Их знаменитая линейка, которая показывает уровень моря, на которой находится Амстердам. Про то, что эти джинсы по всему миру, ну здесь вот видно, наверное, земной шарик. Это про то, что корабли могут перемещаться по всей земле по воде. Их логотип Амстердам. Этим так. Штанам 2 года. Сколько стоит? Сколько стоит? Шестерочку с небольшим стоит. А, ну в принципе не 10, нормально. Ну как бы, ну нет, вполне. Ну это... Так. Что в них интересного? Это джинсы без усов, но с вытертостями. А усы когда... Зачем это надо, вытертости и усы? Хорошие джинсы красиво стареют. Ага. Чем дольше носишь джинсы, тем элегантнее и богаче они выглядят. Надо в секонд-хенде сразу брать. Нет. Дело в том, что джинсы хороши тогда, они выбирают одного хозяина. Да. Они принимают форму тела того, кто их носит. Ага, отлично. Если человек их носит долго, они вытираются в нужных местах вытягиваются. И никто не наденет твои джинсы и будет выглядеть лучше, чем ты. Ну, отлично, замечательно. Эксперимент номер 2. Жалко, но что делать? Ну да, ну. Новые купим, кстати, говорят, да. Денежный экскаватор. Сколько стирок они будут? Ну, джинсы не принято считать по стиркам, потому что чем чаще стираешь джинсы, тем хуже они становятся, они теряют в местах напряжения свою прочность. Но имели это и имел. Хорошие джинсы, особенно селвич, их не принято стирать, их принято аккуратно носить. А что такое место напряжения? Где оно? Место напряжения, это как всегда в паху. Ага. Вот там, где между ляжками вытирается, но вот здесь два сезона, ну вот уже подтерлось немножко, возле гульфика внизу. Угу. Какие еще места напряжения? Ну, наверное, по низу. Штанин там, где задевает опятник обуви. Вот это место напряжения. Больше особенных мест напряжения у джинсов нет. Вход в карман. Кстати, у них вот такие вот заклепочки везде тоже с бриллиантиками. В деталях, да? Важно. Да, эти штаны, они все из деталей и историй. Хорошо. Ну что? Ну что, готов у нас? Да. Ой, Лёшка. Что? Ой, Лёшка. Береги джинсы с молоду. Скоро Новый год, Дед Мороз новое принесет. Это да. Ну вот интересная история с джинсами Амстердам. Почему-то чем дороже покупаешь, тем больше денег приходит. Правда, вот, правда. Отлично. Но вот это не... Под этим видео будет кошелек, можно туда как можно больше скинуть. Придет ровно столько же или в 2 раза больше. Так, смотрим. О, отлично. Держится!
держится. Двухгодовалые штаны. О, инфинити тянут. Подводим итоги. Привязали вторые джинсы из Амстердама. Они двухлетние, но BMW тянуло Infiniti. В принципе, вот оно ехало. То есть мы можем буксировать этими джинсами, в принципе, в экстремальных условиях. Если будет необходимо завязать и потянуть кого-нибудь, вытащить из болота, то используйте джинсы, как они называются? Амстердамим. Амстердамим. Вот, пожалуйста, базовая версия позволяет вытащить бегемота из болота. Да, то есть деним из Амстердама. Так, сейчас тема такая, идем накатом. Два автомобиля. Накатом, платочек, смотрим. О, буксует BMW. БМВ буксует на джинсах. Давай еще чуть-чуть. Опять нога. Нога? Нога. Ну, мы добились. Так, ну да, нормально. Да, но сколько. Это было круто. Джинсы, ну что, да, действительно выдерживают. БМВ уже забуксовало. Лед образовался. Ну да. Круто! Да. Давно пора. Ну-ка покажи, Свет. Ну круто, я считаю. Как у нас зрители скажут, круто? Да. В принципе, в самой тяжелой, как сказать, в нагрузной части они оторвались-то только в колени. А, ну кстати, да, получается вот если здесь. Если что, и оторвались-то они всего лишь по местам вытертости. А здесь как не бывало. А тут как ничего и не изменилось. Если бы, в принципе, перед водителем не стояла задача их разорвать любыми способами, то, по большому счету, выйти из болота можно. Да, вытаскивать можно. И более того, я думаю, даже и сейчас можно привязать и попытаться выйти. Света говорит, что тут даже лучше стало. Чем лучше? Ну, вот, люди за это, между прочим, деньги платят. Вот, вот за такой эффект. Вот. А здесь буквально можно... Приезжайте, можем тоже ваши джинсики потянуть. У вас будет ваш личный автовар. Да. Так, ну ладно, спасибо съемочной группе. Оператор Станислав, Эмиль, водитель. Алексей, водитель. Я Светлана. Все, супер. Режиссер. Режиссер-постановщик, автор сценария и спонсор реквизита и этого показа. Ну автор-то идеи, мы забыли сказать. Автор идеи, конечно. Это же Косука. А, вот, Косука, окей. Это же Энтони наш. Все, драгоценный. Супер. Да, спасибо всем.